Украина заполнила газовые хранилища на треть. На данный момент в подземные хранилища Украины закачано 10,242 миллиардов кубометров газа. Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 10,242 миллиардов куб-м, об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза. За последние сутки в ПХГ Украины было закачано 53,12 миллионов куб-м газа. При этом в данных за 13 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,36 миллионов куб-м, из Венгрии 15,43 миллионов куб-м, из Польши 0,51 миллионов куб-м газа. Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 33%. На территории Украины без учета Крыма 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов куб-м. Отметим, в мае средняя цена импортного газа составила 6 806,4 гривен или 260 долларов за 1000 куб-м. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал http://teamikrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.